Создание глазок – теория. Здравствуйте, меня зовут Светлана Хитрово, я скульптор по бархатному пластику. В прошлый раз мы с вами делали глазки из бархатного пластика, посмотрели основные способы, инкрустация, например, бусинок. Сейчас мы разберем более подробно теорию. Почему именно так? Обычно вроде делается наоборот. Сначала теория, да, потом практика. Дело в том, что в бархатном пластике очень специфичные способы. Ну, недостаточно просто, скажем, прислонить бусинку, чтобы она прилипла. Поэтому сначала все-таки практика, чтобы вы понимали принципы, да, как подложку сделать темную, да, как зрачок сделать, как радужку сделать интересной. А теперь мы разберем теорию, какое многообразие при создании глазок мы можем получить. Значит, смотрите, что важно понимать. Вот если у вас есть какое-то животное или какой-то образ, ну, там, начнем с совы, например, то глаза – это не просто, ну, как бы объекты на лице, да? Глаза способны передавать настроение, состояние. Вот, поэтому сегодняшний урок будет посвящен именно тому, чтобы вы сохраняли цельность образа и добавляли какие-то эмоциональные составляющие при помощи глаз. Ну, например, вплоть до того, что куда сова смотрит, о чем она думает. Если вы делаете пару, например, там можно сделать, чтобы там одна сова смотрела на другую, чтобы они не просто, ну, например, там сова и совенок маленький, там, например. То есть, вот обратите внимание, просто положением зрачков, ничего не прорисовывая, мы уже создаем эмоциональную составляющую в работе. Все то же самое, если мы посмотрим, если бы у нас зрачки просто вот как обычно делают, как привыкли делать в самом начале, там просто тупо бы смотрели вперед, то никакой эмоциональной привязки, вот, допустим, мы то же самое рассматриваем, ту же самую ситуацию, там детеныш и мама, да, они бы, ну, то есть, образ, конечно, есть, да, вроде как тоже все то же самое, но вот в этой картинке уже появляются эмоции, хотя ничего не изменилось, только исключительно положение глаз, то есть мы понимаем, куда смотрит одна птица, куда смотрит вторая птица. Поэтому обращайте внимание, это от вас не потребует никаких усилий, но это даст сразу эмоциональную окраску, это даст сразу переживание героя. Да? Если, например, там персонаж стесняется, у него зрачки, там, он, например, смотрит на свои ботинки, да? Смотрит в пол. Поэтому используйте этот способ, он простой, и он сразу вам даст цельность композиции. Значит, что еще важно знать? Вы можете подчеркнуть эмоции с помощью глаз. Например, если вы хотите сделать более злого персонажа, да, глазки ему можно сузить и выделить там, например, вот такие вот составляющие в глазках. Зрачок, радужка и зрачок, например. У вас сразу будет более, как бы, злой персонаж, да, там каким-нибудь более агрессивный. Вот, если вы хотите наоборот на более доброго, там более нежного, делайте глазки более плавными линиями. То есть плавность линий, которым вы создаете образ, она будет влиять на настроение, которые вы передаете с помощью вашего персонажа. Ну, вот, например. У вас сразу будет эмоционально по-другому окрашено. Значит, что еще важно понимать, когда вы делаете, когда речь идет о глазках? Например, вот смотрим на глаз. Вот если мы прочертим центральную линию, то желательно, чтобы верхняя часть, да, вот это вот, то, что мы говорили, там века и нижняя, чтобы верхняя часть была больше, а нижняя была меньше. Это как бы общий принцип. Почему? Потому что если у вас будет наоборот, у вас будет ощущение, что глаза заплывшие.
то есть что у вас там персонаж не выспался и так далее. Это как раз определяется именно соотношением, вот, соотношением верхней части и нижней, которые выступают над серединкой. Для того, чтобы у вас взгляд был осмысленный, следите для того, чтобы верхняя дуга, она была, нижняя дуга была более пологой, чем верхняя. Значит, что еще можно добавлять? Если вы делаете, например, женский образ, можно добавить реснички. Ну, это классика жанра. Вот. Если вы создаете там мужской образ, можно, допустим, добавить брови. Тоже подчеркивает. Вот. Можно делать глаза более мультяшными. Например, когда вы делаете даже у животного большой белок в глазу. Хотя, в принципе, они там вроде не должны быть. Там та же лисичка, например. Вот. И добавляем блик. Вот опять-таки, делаем, чтобы персонаж смотрел в какую-то сторону, и у нас уже добавляется эмоциональная составляющая. Уже образ получается более живой. Ну вот, например, какая-нибудь лисичка. Вот, поэтому обратите внимание, что с помощью глаз вы сможете обогащать свой образ, передавать характер, настроение, состояние его. Вот, и то же самое по поводу рта. Еще, значит, что важно еще знать? По поводу кончиков. Вот когда мы рисовали черную подложку, вот у нас был, скажем, просто черная подложка. И дальше, в зависимости от того, куда вы выводите кончики. Ну, вот сейчас я покажу два варианта. Если мы, например, кончики выводим вот так и вот так, да, у нас получается более злой персонаж. Да, если мы оба кончика опускаем, вот так вот, получается более добрый. Это то, что мы как раз разбирали вот здесь. То есть не обязательно даже форму глаз менять. Если у вас форма глаз идентичная, ну, например, у вас одинаковые персонажи, но вы хотите подчеркнуть разные эмоции у них, вы можете этим тоже воспользоваться. На сегодня все. Спасибо. До новых встреч.